хочу я много знать и все вам рассказать. Пипи! Привет! Смотрите, что у меня! Это пакеты с игрушками! И сегодня мы будем играть на песке! Так, все по порядку. Сначала мы разуемся. Я решил снять свою обувь, потому что ходить по песку босыми ногами так приятно. И второй ботинок. Да. Хорошо, оставлю обувь здесь. Теперь возьмем пакеты и пойдем дальше. О, мне так не терпится показать вам все мои игрушки для песка, что я взял. Как вам вот это место? Вроде неплохо. Так, гляньте. Как приятно! Моим ногам так тепло! Так, здесь первый пакет. Второй пакет. И третий пакет. Так, посмотрим, что тут у нас. В первом пакете у нас сине-зеленая игрушка. И скоро мы будем с ней играть. А еще... Здесь так много самых разных игрушек. Вот лопатка и... Лейка, маленький кораблик. И другие классные игрушки. Так, ладно. Посмотрим, что в пакете номер два. А во втором пакете огромный самосвал. И он разноцветный. Красный, желтый и оранжевый. Так. Позже мы насыпем в него песка, прямо в кузов. Вот так. Только больше. Так. И еще здесь много игрушек. Красная и розовая. И маленькая. Забавно. И еще совок. Смотрите, оранжевый совок. Так. А в последнем пакете у нас... Так любопытно увидеть, что же там. О-хо-хо-хо! В этом пакете у нас... Ого! Самолет! И желтая ведерко. А в нем красный совок. И другие игрушки. Итак, думаю, мы сначала возьмем самосвал. Иди-ка сюда. Пошли. Так, мы поставим самосвал здесь. Ага, и мне нужен совок. Пошли. О! Так, нам взять эту большую лопату или... Оранжевый совочек. А? Давайте возьмем оранжевый. Он подходит по цвету к моим подтяжкам. И бабочки, пошли. Ха-ха-ха. О, песок так приятно трогать руками. Подойдите только, посмотрите. Оу! Оу! Ногами и руками! Как же приятно! Так, ладно. А теперь насыпем побольше песка в самосвал. Видите? Бжум-бжум-бжум-бжум. Итак, посчитаем вместе. Все высыпаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10! И еще один
11! О, да! Взгляните! Он тяжелый! О, смотрите, большой! О, так, теперь вывалим песок. Готовы? Поехали! Жим-жим-жим! О, может быть, сюда? Так, вот сюда. Готовы? Да! Было так круто! Возьмем еще игрушек. Идемте! О, да! Сколько здесь игрушек! А что еще тут есть? О! Посмотрите-ка на это! Хо-хо-хо! Как я уже сказал, эта игрушка синяя с зеленым. Так, посмотрим. О, так, это надевается сверху. И туда мы будем сыпать песок. Пошли. Поставим ее туда, где лежал совок. Так. Да, мы еще рассмотрим ее поближе позже. А пока возьмем ту огромную лопату. Помните ее? Ну, лопату. Да. Пошли. Уже иду. Так, подвиньтесь к игрушке. Лопата, растите дорогу. Ну-ка, двигаемся. А это наши пакеты. Так, все сгребаем. Да, здорово. У меня есть лопата. Так, сейчас наберем в нее песка. Смотрите-ка. Ого! Хотите еще посмотреть? О-хо-хо-хо! Да, насыпем сюда, и вы посмотрите поближе. Да? Ого! Ого! Вы это видели? И еще раз. О, потрясем? Ха-ха, давай же! Сыпься! Наверное, нужен сухой песок. Вот так, еще раз. Ого! Видели, как быстро она крутилась? Я пойду возьму ведро и наберу в него воды. И мы попробуем еще раз с водой. Смотрите! Ого, гляньте! Мы дошли до воды! Но я не надел свои плавки. И я закатаю штаны, чтобы они не намокли. Давайте подвернем штанины. Вот так. И теперь на этой ноге. Вот так. Я готов нам набрать воды. Пошли! Подождем волну и зачерпнем воду. О, вон большая идет! Я набрал воды! Смотрите! Ого! Вот! Уи! Но не теряем времени! Надо залить ее в игрушку! Идем! Итак, теперь у нас есть полное ведро воды! И я хочу узнать, что будет, если налить ее туда, да? Вы же помните, как она крутилась с песком? Да! Узнаем, будут ли они крутиться с водой, которую мы набрали в океане, так же, как и с песком. Сейчас посмотрим. Вам видно? Да? Ну хорошо. Начинаем. Ого! Получается! О, сейчас поправим это. Так, готовы? Итак, начинаем! О, да! Да! Получилось! Мне было так весело играть с вами в песке! Ну,
Если вы хотите посмотреть еще мои видео, вы знаете, что делать. Да, наберите мое имя. Вы же знаете, как оно пишется? Да, назовем его вместе. Готовы? Блиппи. Блиппи, да, так меня зовут. Молодцы, и до новых встреч, пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи!